Прошу прощения за плохой звук. Всем приятного просмотра. Всем привет, друзья, с вами Авиан. И сегодня я буду проходить карту, которую сделал для меня мой подписчик. Спасибо ему огромное, конечно же, за такой подарок. Ну, в общем, давайте начнем проходить карту. Мне исполнилось 15 лет, и вот поэтому в честь моего дня рождения посвящается эта карта. Давайте так. Вот, читаем предыстория. Читы запрещены. 3 раза повторяется. Надеюсь, тебе нравится. Привет, Авиан, я Фантом 258. Подписывайтесь на Авина. Авина? Ладно, Авина. И ставьте лайки. Может быть, он имел в виду Авиана. Давайте. Ой. Прикольно было бы, если ты прошел карту с другом. Ну, с другом не получится, конечно, прийти, к сожалению. Я бы очень хотел. Небольшой подгончик. Ну, посмотрим, что там. Да твою мать, что ты прыгаешь постоянно. Ну-ка, что там лежит? О, книжка. Good game. Читать. Что же, вперед на приключение. Хорошо, давайте пойдем. Все. Начинается наше приключение с того, что нас встречает какая-то дверь. Опа. Какая-то большая комната. Посмотрим, как ты умеешь записывать летсплеи. Ну, летсплеи я ни разу не записывал. Нормальные. Проломай проход. А чем мне летсплеи записывать? Ну, в смысле? Мне что-то сломать надо? Или что? Ну, я не знаю, это по правилам или нет вообще. У меня летсплеи самые скучные были бы. 4 мне хватит или нет? Так, ладно. Ну, автор хорошо все продумал. Мне тут порыться нужно будет. Специально затянул прохождение для того, чтобы я побольше свою речь высказал. Ну, за этот год, за 19-й, нового особо ничего у меня не появилось. Ну, можно сказать, то, что настроения у меня нету просто. Вот и все. Так. Вот это все надо загрести сейчас, что здесь есть. Вот эти камни. Они мне в дальнейшем пригодятся. Возможно. И мне нужно еще найти третью эту железку, руду. Я наложил музычку специально, чтобы было повеселее. А то что-то я грустный. Жаль то, что я эту музыку не слышу. Только при монтаже я потом буду слышать. Продолжаю поиски железки. Да хватит греметь, ты достал уже, блин. Да, я надеюсь, вам его не слышно, потому что он так гремит, блин, бесит. Видимо, автор карты просто практиковал это. Фантом. Ну, чтобы это... Понимать, кому идет обращение. Так. Ой, блин. Это не там было. Я хотел другую печку сломать. Вот я сейчас опять туплю, потому что у меня просто нету настроения. Из-за этого у меня... Я тормозить начинаю. О! Все, я отсюда пришел. Я думал, какой-то секретный проход. Вот даже, понимаете, я уже и про это забыл. Я пока листву поломаю, делать так нечего. Да. Да-да-да. Мне достаточно было этих досок. О, хорошо, хорошо пошло.
И надо валить отсюда. Ломаю обсидиан, самое скучное, что может быть. Ломание бедрока это 10 часов. О, вот и все, я уже выбрался почти. А чекпоинт какой-нибудь дадите мне? Автор. Так, спаунпоинт. О, спасибо, спаунпоинт. Огромное тебе спасибо, я думал, ты не продумаешь это. Так, все. Автору просто спасибо огромное за креативность и за то, что он меня поддерживает. Паркур я не умею... Я же сказал, я не умею паркурить. Короче, все, сливаемся, да? А, там педрок. И что мне делать теперь? Читерить нельзя. Но... Что мне делать? Вопрос. Я пойду посмотрю, что там находится сначала. А то за читы меня забанят. Во-во-во, все. Придется потерять вещи, так как я умер, по идее. Кустик со мной будет. Так. Так. Да твою мать, почему постоянно вот эти бошки меня бесят? Просто невозможно. Бомбит от них. Еее, все. Сдох. Теперь осталось только преодолеть вот это препятствие. Все, готово. Следующее. Да ты издеваешься. Как мне это пройти? Да. Я учту то, что нужно будет с разбежки. Очень веселый паркур такой, я скажу. Прям хардкор. Ё-моё. Я, наверное, это вырежу или не стоит? Потому что, может быть, сейчас что-то смешно произойдет. Может быть, у меня телефон взорвется или подобное что-то. О! Пропаркурил. Теперь здесь. Ну ты реально издеваешься. Убрал бы вот это вот. Поставил бы там, я не знаю, ковер на нитке или что-нибудь подобное. Я чуть не упал сейчас. Так. Короче, я не признаю то, что я слабак. Я буду бороться до последнего, пока не пройду весь паркур. Я не слабак, я просто не этот... Короче, я играю в Майнкрафт очень редко. И поэтому... Вот за мою тупость, простите, пожалуйста, истинные майнкрафтеры и любители. Так, сюда. Фух. Так, что здесь написано? На полу цифра, вот столько я желаю тебе подписчиков. О, сколько это? Я затопил. 200 тысяч? Да в смысле? У меня 200 тысяч никогда не будет, но... Я пока не планирую до такой цифры идти, потому что... Короче, спасибо огромное за такой подарок. Вот это уже для меня подарок. То, что мне придают уверенность, бодрость и самостремление. О, что это за рычаг? Все, отлично. Еще один мини-паркурчик. Опять шест! Да ты издеваешься. Я ненавижу эти шесты. Опа. Да твою мать. Почему я постоянно падаю? Раньше я играл в Майнкрафт. Можно сказать, часами карты строил, когда с друзьями играл. Когда у меня канала не было. У меня канал, алло, в 15 году появился, а снимать я начал в начале 18-го. И вот, короче... А, надо употреблять это слово по минималке, короче. Да... Ладно, все, пролетели. Просто меня эти слова уже бесят. Это конец карты? Для Авиана уголь и палка. Для Авиана уголь и палка. Вот, все. Читать. Не ломал блоки? Ну, блоки не ломал, если по читам там. Блок я сломал только... Надеюсь, это по правилам, то что... Не, блоки я не ломал, только один раз. Вот это вот можешь сломать мне. У меня потому что нечем уже ломать. Воу. Эпик просто, смотрите. Немножко детство вспомнил. Открываем дверь. Открываем... Все. Отлично. Хорошего тебе дня.
Я могу построить еще для тебя карты. Конечно, строй. Я с удовольствием буду их проходить, вот честное слово. Вот и все, надеюсь, тебе понравилось. Когда новая серия про Виндиго? О, братан, ты затронул как раз-таки. Новая серия про Виндиго уже готовится. Открывай. Можешь включить ГМ1. Новая серия про Виндиго на следующей неделе, возможно, будет. Так что вот так вот. Давайте я пропишу гейммод и посмотрим, что... Может быть, я что-то... Вот так вот выглядит карта. Спасибо автору огромное, Фантом258. Огромное тебе спасибо за такую шикарную карту. Прохождение незабываемо было, потому что ты первый, кто для меня карту сделал вот когда-либо. Фантом258, да, я был прав. Можно... А можно взорвать карту? Или затопить, или что-нибудь сделать? Я не кашу под этого, под... Как там чувака? Лагерь, по-моему, звали. Ну, просто по фану взорву карту. А почему бы и нет? У меня сейчас есть копия этой карты, так что ничего страшного. Ну и вот, короче, хочу сказать. Те, кто умеет карты делать, пишите мне в ВК. Ссылка будет в описании. Кидайте карты с Яндекс.Диска. Я буду обязательно записывать прохождение по ним. И вот, надеюсь, вам понравилось это прохождение. Так что с вами был Авиан. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Желаю вам хорошего настроения. И... Все. Всем пока.